10 ноября состоялось награждение лауреатов премии правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки. У нас в стране на вас, молодых ученых, постоянно смотрят с надеждой, потому что именно вам предстоит решать многие актуальные вопросы, да, решать задачи, которые сегодня стоят перед государством в целом, перед обществом. И здесь, конечно, омская наука, она имеет, мне кажется, большой потенциал. И я хотел бы, чтобы вот эти победы сегодняшнего дня для вас стали очередным, стимулом идти дальше и достигать тех поставленных целей, которые вы для себя определили. И в дальнейшем я убежден, что вот те все ваши планы послужат добрым делом родному государству. В этом году победу одержали проекты в области медицины, техники, химии и биологии. Размер субсидии – 100 тысяч рублей. Основная задача – это рационально использовать природные ресурсы, то есть максимально эффект получить. То есть, во-первых, при сжигании топлива у нас загрязняется окружающая среда, а вопрос сейчас наиболее актуален экологически. Поэтому задача перед тобой стояла не просто улучшить даже среду, а еще и повысить экономические способности предприятия. Потому что моя задача – это предложить решение улавливать те вредные вещества и получать из них еще готовый товарный продукт, который можно потом будет перепродать и за это получить еще дополнительную выгоду. Получение этой премии подтверждает, что это нужно региону. Потому что мы все знаем постоянно новости, что загрязнение, что необходимо очищать. Ну, поэтому и была такая мысль, что, то есть, повысить эффективность, то есть, и не просто эффективность энергоустановок, но еще и очистить воздух нашего родного города. Я врач-гастроэнтеролог, и я занимаюсь актуальными вопросами гастроэнтерологии. В частности, моя тема большая – это неалкогольная жировая болезнь печени. Это очень важное заболевание в том смысле, что оно очень тесно взаимосвязано с сердечно-сосудистыми, с ожирением, с сахарным диабетом. И это всем известно, что это очень широко распространенное социально значимое заболевание. Ну и вот, а часть моя в гастроэнтерологии вот касается именно вот заболеваний печени. А моя разработка, моя система имеет непосредственное практическое значение, потому что она позволяет, используя какие-то вот на рабочем месте врачам, терапевтам, гастроэнтерологам, используя инструменты, прогнозировать эту болезнь, но, соответственно, не дать развиться и сохранить здоровье и потенциал нашего населения, Омской области, работоспособного населения. Ну а далее, естественно, разработки ведутся дальше, есть задатки на докторскую диссертацию, есть разработки далее продвинуть какие-то новомодные методы диагностики этой болезни, поэтому все только впереди. Лауреаты премии также смогли обсудить с главой региона перспективы развития омской науки, рассказать о достижениях своих коллективов и поделиться инновационными идеями.